культурным новостям. Стало доброй традицией Международный день музеев открывать двери для посетителей и предлагать им увлекательные программы. На этот раз в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» все желающие смогли принять участие в различных мастер-классах. Старт праздничным мероприятиям дало открытие выставки московской художницы Юли Латте. К всероссийской акции «Ночь в музее», которая по традиции проходит в Международный день музеев, присоединился и наш город. Посетителей ждала увлекательная программа «Выходные в музее». Вначале всех любителей живописи пригласили на открытие выставки хорошо известной в городе московской художницы Юлии Латте, которая пишет картины в необычной технике – технике каффиграфии. На этот раз Юлия представила не только свои работы. На этой выставке представлены еще и картины учеников, и тех, которые занимаются в арт-студии «Дом» в Москве, и тех, которые выполняют уроки онлайн, то есть видеоуроки. И часть работ, согласия людей, с удовольствием даже были представлены сейчас вместе с моими новыми работами. Картины, выполненные с помощью кофе, завораживают и притягивают взгляд. В некоторых используются акриловые краски. В одной из них Юлия решила применить кофейные зерна. Получилось необычно и очень красиво. Это третья выставка художницы в нашем городе. И с каждым разом поклонников каффиграфии становится все больше. Растет число желающих научиться рисовать с помощью кофе. Учеников много, и это люди из разных городов, поскольку можно вот и онлайн преподавать, и много ребят из Москвы приходят, группы такие наполненные. И меня радует, что с каждым годом я вижу больше интерес к каффиграфии. То есть все в большем количестве студий проводятся такие уроки. И мне очень приятно это, поскольку когда я только начала заниматься каффиграфией, когда меня это увлекло, мне хотелось делиться этим, рассказывать, увлекать других и заняться вот популяризацией этого вида творчества. Научиться технике каффиграфии смогли и котовские жители. Юлия Латте в рамках выходных в музее провела мастер-класс под названием «Чудеса из кофейной чашки». Каждый мог изобразить на листе бумаги любую свою фантазию. Те, кто впервые взял в руки кисть и не имел опыта в рисовании, художник наглядно показывал и рассказывал, как правильно наносить мазки, играть цветом. Незамысловатые линии буквально на глазах превращались в необыкновенные картины. Мне очень понравилось с кофе работать, и очень хорошо легко ложится на бумагу, и прям так красиво, и оттенки такие красивые, и запах такой идет от кофе, запах хороший, прям вообще не уходил бы. Ну, я простой рисунок взяла, я не художница, и никогда даже не рисовала, ни в детстве, никогда. Так, простой взяла, семейный домик, солнце, облака, люди. Ну, очень мне понравилось. Вот так вот можно дома заняться, не спеша сесть. И вот так вот кофе попил и порисоваться. Каждому участнику мастер-класса Юлия Латте объясняла и показывала, где необходимо добавить темных оттенков, как выделить необходимые границы. Большинство присутствующих ребят изучает азы рисования в детской школе искусств. Им было интересно попробовать технику каффиграфии. Мне понравилась эта техника рисования. Ей очень легко рисовать краски красками, а рисовать кофе – это замечательно и более... наверное, красивее, и запах есть. Я сначала думала, что это будет как-то совсем необычно, но оказалось, что это почти так же, как акварель, только еще интереснее, потому что это как бы получается как будто одним цветом, но в разных тонах, и получается очень контрастно. От мастер-класса по каффиграфии посетители музея перешли к изучению костюмов Тамбовской губернии. Узнали об особенностях мужского и женского костюма, о том, что означала вышивка и для чего использовался тот или иной предмет одежды. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по плетению поясов тремя способами – на бердок, кругах и иглах. Затем состоялся урок в старорусской школе, завершилась ночь в музее историко-краеведческим квестом по залам музейного комплекса. Кристина Маркова, Владимир Пивоваров, Игорь Шмырев, Котовские новости.